Кто-то будет защищаться, но раз у вас есть приемы, я думаю, что вы будете нападать и защищаться. То есть после каждого раза... Да. Можно, пожалуйста, чуть налить? Да, можно. Так, это один на спину. Нету воды? Виток. Есть вода? Нет. Я подержал, чтобы кипятка... Горячая вода. Смотрите, один снизу, один сверху. Прорыв. Готовы? Все приготовлено. Далее, на посту слово. Да, вперед, что ты его? Наступи на яйца. Схвати его за яйца и все. Он не скажешь его. Аккуратно. Готовы? А время? Садись между ног. А кто защищается, если оба нападают, я защищаю? Ну, у тебя есть нападающий? Нет. У него есть. Но ты этот аккуратненько готовишь, чтобы... Хачу! Раз. Два. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Матея! Поменялись. Видишь? Слышал, как Пастухов стучал сейчас? Нет, до этого стучал. А я слышал. Поменялись позициями. Готовы? Акшен! Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь, девять, десять, мате. Хороший был прием покупков. Какие деньги, блин. Сам сделал и сам получил, блин. Поменялись. Как можно взять так просто легко пропустить? Пастухов, да. Дай смотри, если находишь уход с удушающего вот этого треугольника, 100% любому уходит. Готовы? Хаджуна, боремся. Уну. Двое. Три. Пасу. Чич. Шасу. Шасу. Ну. Стоп. Мате. Мате. Кто душил? Чезар? Да. Он не душил. Не душил? Я в прошлом душил. Что вы смеетесь? То есть, ну сейчас не душающий ты пробовал, нет? Нет. Нет. Хорошо. Поменялись. Я просто хотел как раз то, чтобы показать. Приготовились. Поменялись. Даник. Отжимание приседания вперед. Сделай, пожалуйста. Че? Два. Три. Четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять. Не двигаться! Не двигаться! Сонно-мама, не двигаться! Так. Здесь никто ничего не сделал. Здесь что-то наполовину. И здесь удержание. Поменялись. А там за уроки мы встать? Ты взял за руки, это просто удержание. А, так ты будешь встать, да? Да, удержание считается, ты же ушел. Приготовились. Делайте, смотрите, для того, чтобы было интереснее, по грэпплингу, когда сверху садитесь на туловище. Раз. По самбо, когда вы между ног и держите туловище. То есть ладони должна проходить. А под дзюдо сбоку. Вот у вас три удержания разные виды борьбы. Дальше. Удушающий. Под дзюдо. Есть. Болевой на ногу на руку и под дзюдо и по самбо по грэпплингу. Внимание. Че? Смотрим. Смотрим. Три. Четыре. Ногу одну снизу поставь. Пять. Шесть. Вот эту ногу снизу поставь. Семь. Восемь, девять,
Что? А ты поменялись. Ты выключил руку, взял отсюда, и две ноги у тебя сверху. Вот смотри, выключил эту руку, вот эту ногу между ног и переворачивай. Приготовились. Джин. Раз. Сделал? Ставим стойку. Теперь Артем мне задавал вопрос, что делать, или он просто хотел показать, наверное, болевой, да? Но тут болевой только по взрослым подъездам идет. Нет, там скручивание идет. Поэтому я думаю, его могут не разрешить сделать. Я тут болевой раза два видел по крепкингу или по джуджи. Ну где-то, но я думаю, что больше по взрослым, чем по детям, могут не допустить, потому что он все-таки. Потом ты мне покажешь, я еще раз посмотрю. Так, Андрюшенька, ты хочешь встать и заправиться? Ставить стойку. Андрюш, у тебя какой коронный стойки? Я уже знаю. Падение. Подхват по две ноги. Красавчик. Я помню во вторник тут бросочек красивый. Так, Владимир, что делает Бутун? Довольно неплохо. А? Владимир, что там, ударился? Нет, с колен. А, там татуировка сошла, да? Еще раз, смотри, он делает с колен. Ты головой не тупишь. Ножки не держишь, колен. Так, вы идете на свое место, туда. А, сырбу сюда, сырбу. Я прошу вот здесь сделать бросок. Чеда, проходите сюда. Вы его боитесь, Чеда? Да. Как вы чувствуете? Старше? Скажи. Нормально все, да? Сейчас борется? Да, сейчас будем бороться. Владимир, ты готов бороться? У тебя там что? Ноготь что-то? Нет. Все нормально, да? А то я сейчас хочу годами там отправлюсь. Нет, нет, я пока не дам. Я не могу боюсь. Готовы? Азина? Борешься? Борешься. Пара 37 секунд. Так, все, я чувствую, все хорошо? Да. Молодец, он не все. Просить не мог. Я вот не закрыто там, я вот сейчас собью замок. Любого. Постараюсь свой побороться. Как раз я для тебя, да? Ей двигаюсь, силы нет, толстый, блин, пузатый, задышный. О-о-о-о! Я офигею, Владимир! Стоп! Стоп! Матер! Ставим стойку. Икон, похлопайте, Владимир. Красавец, похлопайте. Красавец, Владимир, блин. Посмотрите, что делал Влад. Он подошел, раз и остановился. Он остановился, то есть остановил его туда бросал. Он сюда раз кувырок развернул его и вся спина и пол. Джен! Молодец! Молодец! Красава, Владимир! Так держать! Владимир красавчик, блин! Просто он стал бороться посильнее, пацаны, ему стало легче. Все? Если будет там у нас, да, опа! Стоп! Мате! Да сколько можно? Мате, я извиняюсь. А ты хотел бросить его только? Ну, такого похлопали. У него есть коронный прием, который он еще делает. Аджин! Все, а я стою, я хочу, чтобы было. Вот ты для меня. Есть! Ладно, ему нет. Это лицеистам только. Спасибо, что напомнил. Лицеисты только.
Сейчас отстоп, далеко ушли. Что, молодец. Опять! Молодец, Бутов. Влад, ты руки вместе не ставь. Все, не держи его 20 секунд. Видишь, он уйти не может. Владимир, что-то у тебя там такую, блин, какую-то закорючку делаешь классную. Я, наверное, в интернете вышел. Никто это еще не знает. Молодец. Стоп, стоп. Что, все нормально? Кстати, тоже можешь, Владимир, по ногам наступаем. Блин, все. Три минуты осталось. Ну, а у базаре есть. Базаре есть. Все, стой, что? Стой, Андрюш. Делал Андрюха туда. Андрюха, раз. Молодец, Андрюха. Борец-то не обязательно отмечать. Ой, блин! Нога нормально подошла? Не выводишь. Делаешь сразу прием, то есть нету подготовочки. То есть при таком приеме он должен пойти вперед, чтобы идти туда. То есть что-то надо ему, что-то не зацепили, что-то назад, заднее, а потом переднее. Он сразу реагирует. Если ты показал назад, то он вперед, может быть, и хорошо получилось. А так получается... Хорошо, Влад, бутылку, стойку. Следи за ножками, Андрюха. Не крести, пожалуйста. Когда ножки пошире. Да, когда про пастухов летал, сейчас уже все. Игорь уже боится приходить. О-о-о, Чеза, красавец! Все, хорошо, стоечку, Чезар, умница, красавец. Не дал сделать, а потом сам ушел, да. То есть не по ходу движения, а остановил. Ну, переподсечь надо было, Владимир. Он подсекает, а ты переподсекаешь. Влад, он хорошо летит с упором ноги, Артем. Оп! Есть! Ты мог здесь его перевернуть? Да, да. Просто под едой, я думаю, защитить. Так я бросил. Да, что ты кого ты бросил? Честно, вставай. Да вот, посмотри. Кого ты бросил? Он упал на спину и меня перекинул. Андрюшенька, кого ты бросил? Да посмотрите на видео. Он остановил тебя, а потом сделал бросок. Как? Он упал на спину и меня перекинул. Нет. Том? А вы не смотрели, посмотрите на видео. Да я вот видел. Если я вижу, я могу он сказать. Он упал на спину и меня потом перекинул. Правильно. Он делал бросок. Он делал бросок. Я. Он. А какой? Я взял, ну, через... Ты делал вперед, а он тебя назад бросал. Так он упал и потом меня. Андрюша. Да посмотри. Хорошо, дома упал. Я не могу сейчас просто. Я куплю ноутбук и вместе с тобой. Только ты будешь ставить денежку. Поставил денежку? И я поставил. Кто прав, того денежка остается. Смотри, чтобы дата. Ударился? Все хорошо? То есть, как, я думаю, что это... Ой, Владимир, что ж ты его не бросил? За него все время. Во! Стоп, стоп. Вот это кто? Пастухов. Все время за него и разворачивает, чтобы это был бросок до конца. Сейчас могли дать, могли не дать. Не дали.
Не знаю. Если бы... Скинчеш он бы дал бы, потому что ты мой. До конца, до конца. Держи его, Владимир. Нет, оценка есть, Владимир. В Азаре. Нет оценки. Я дзюдо. Владимир, стоечку, пожалуйста, встань, чтобы там не ударили. Даник, тебя проводить домой. Не потеряешься? Спиной не стыди, когда борются. И кувырок. И все, у тебя в Азаре есть. В ту сторону кувырок, не просто перешагнуть. Или на болевой, или кувырок. Да. Есть. 90% купон. И 10, что в Азаре, Владимир. Мате. Добро скажет, кто выиграет, на этом схватка заканчивается. Пожалуйста. Все, встали. Готовы? Golden score. Ну, кто у нас становится чемпионом? Джен! Работают все радиостанции Молдовы. Телерадиостанции. Я вот сейчас куплю ноутбук. Ой! Артём хлопает. Красавец. Вы снимали? Ну, здесь еще? Все? Все. А вы что не будете? Я ожидал. Владимир, стоп, Бутук, перейдите сюда. Артём, туда перейдите там. Если будете что-то делать, туда. Сейчас. Влад, если можно туда. Ну так вы боретесь или нет? Пацанам идти надо домой. Давай. Что будете? Водичка. А? Ну, Владимир. Нет, делай болевой. Делай удержание. Ай, зачем на спину лег? Стойку. Владимир. Но! А с икоми? Считаем вслух. Типон. Типон, кто там удержание делает? Типон. Андрюха, блин, такой бросок просрал. Поклонились. Все, можете покачаться, можете идти домой. Какой бросок, блин. Поехали на базар сегодня, поехали. Я не люблю. Красивая музыка. А это Влад. Бутук. Нет, не бутук, а... Ну, Владимир, залез на заднюю, блин. Опа! Базаре! Все время! Бросок! Пожалел Владимир его, пожалел. Так залезть на заднее, убрать ногу. Мальчики, быстренько построились все. Сэмбо, быстренько все построились. Да, уже. А, ты это? Нет. Построились. Так.